Мы прошли в дьюти-фри. Это Стамбульский аэропорт. Возвращаемся в Москву и пришли к картинной галерее. Обратите внимание, из чего сделаны эти шикарные картины. Вот это первое, это из обрезков сигарет. Вы представляете? Картонные обрезки. А в целом, вот такая картина. Я дальше иду. Это картина. Сейчас вот тоже все любуются. Ну, не видно, как нарочно. Давай. Вот эта картина. Просто из узелков наших домотканных ковриков. Вот. А в целом вот такое чудо получилось. А смотри, чудо из пластика. А это пластиковые. Да, пластиковые. Обычные, да, обычные. Господи, как их тогда, щетина, да. Ой, слушайте, но вид обалденный. Саша, где наша Таченко? Это картина. Молодой человек, довольно-таки красивый. Из вырезанных карманов джинсы. Оригинально как, да? Еще. Так, это тоже из обрезков. Какая девушка из обрезков? Из обрезков, да, пачек сигарет. А вот эта красавица, из чего же она? Слушай, это кожа. Да. Это из обрезков кожи. Вот она. Слушай, это вообще чудо. Из отходов. Это обрезки джинсов. А смотри, да, с какой с бородой. Это тоже джинсовые нити. Слушайте, вообще, это тоже сигаретные пачки. Смотри, какой с бородой. Да? Да, слушай, да это вообще электрические провода. Да. Вот они, электрические провода обычные. А получается.